Ребята, это будет круто. Вне зависимости от вашего местоположения, города и страны, вы сможете научиться очень круто петь. Мне кажется, что идея онлайн-тренингов великолепная, потому что это действительно помогает, это действительно очень полезно, и ты можешь общаться с любым педагогом, вне зависимости от того, где ты находишься. Распелся? Давай, Константин. Что хотел сказать? Хотел сказать, что Белоброва крутая. Занимайтесь с ней вокалом, она вас всему научит. Друзья, все прямиком к Кате Белобровой. Если вы лежите дома на диване, если вы лежите на пляже на Бали, звоните Белобровой, и она вас научит вокалу, где бы вы ни находились. Ха! Ха! Белоброва, да! Ха! Только на практике, поэтому все вперед, Катя. А, слоника взяли? Нет, поймали сначала. Ура! Ха! Ха! Белоброва, да! Друзья, петь стало гораздо свободнее, легче, потому что теперь есть Skype, это чудо, которое создал человек. Все для нас, поэтому вперед, Катя, заниматься, открывать, раскрывать, освобождать свой голос. Вперед, ребята!